Сегодня мы открыли учебный год в вооруженных силах. Начался он с крупных учений на Черном море военно-морским флотом. Проведено крупное и, на мой взгляд, успешное учение. Прошу командующего коротко доложить о результатах. Товарищ верховный главнокомандующий, сегодня первое в этом году было проведено оперативное межвидовое учение силы войск военно-морского флота, дальней авиации. В учении были задействованы 31 боевой корабль, подводная лодка, 22 судна обеспечения и 39 единиц авиационной техники. Техника показала свою высокую надежность. Были опробованы новые формы и способы применения. Личный состав показал профессионализм, цели учения были достигнуты. Результаты учения будут проанализированы, и об этом будет вам доложено. Всем привет! Совместные учения Северного и Черноморского флотов прошли в акватории Черного моря под присмотром Верховного Главнокомандующего Вооруженных сил России, президента Российской Федерации Владимира Путина 9 января 2020 года. Корабли сразу двух флотов Северного и Черноморского, авиация, истребители и бомбардировщики. Мероприятием, открывшим новый учебный год для российских военных моряков, руководил Главнокомандующий военно-морским флотом России адмирал Николай Евменов. В учениях задействовали свыше 50 боевых кораблей, подводную лодку Черноморского флота «Колпина», а также более 40 летательных аппаратов военно-космической силы России. В центре моего внимания, кстати, оказались гости Севастополя, прибывшие ранее из Североморска долгой морской дорогой. Это ракетный крейсер «Маршал Устинов» и большой противолодочный корабль «Вице-адмирал Кулаков». Верховный главнокомандующий вооруженными силами Российской Федерации. Ракетный крейсер «Маршал Устинов» к бою по ходу готов. Командир крейсера, капитан первого ранга Кузьмин. Здравия желаю. В небо над Черным морем взлетали калибры, кинжалы, москиты. Это ракеты. Ракеты разные, крылатые, гиперзвуковые, аэробаллистические, противокорабельные, пуски с воздуха и с воды и из-под нее, но цель всех одна – поражение условного противника. Враг сегодня был условный, а вот уничтожение реальное. Верховный главнокомандующий Владимир Путин наблюдал за совместными действиями двух российских флотов с борта ракетного крейсера «Маршал Устинов». Что он увидел? Например, истребители МиГ-31К выпускают гиперзвуковой кинжал. Экипажи фрегата «Адмирал Григорович», малоракетного корабля «Орехово-Зуево» и подводной лодки «Колпина» выполнили пуски крылатыми ракетами «Калибр» из надводного и подводного положения. На Черном море было громко. Военно-морской флот России действовал во всей своей красоте и мощи. В конце учения Владимир Путин пообщался с офицерами в кают-компании крейсера и поблагодарил экипаж «Маршала Устинова» в целом.
На берегу Севастополя собрались в зале для совещаний и командование ВМФ, и представители военно-промышленного комплекса. Под председательством президента Путина они обсудили тему военно-морской флот в 21 веке. Сегодня мы открыли учебный год вооруженных сил. Начался он с крупных учений на Черном море. Военно-морским флотом проведено крупное и, на мой взгляд, успешное учение. Прошу командующего учениями коротко доложить о результатах, попросил президент Путин. Техника показала свою высокую надежность. Были опробованы новые формы и способы применения. Личный состав показал профессионализм. Цели учения были достигнуты, доложил главнокомандующий ВМФ России адмирал Николай Евменов. Хочу поблагодарить вас, естественно, министра обороны и генштаб, всех, кто готовил это учение и организовал его, проводил весь личный состав с хорошими результатами работы в море. Передайте мои самые лучшие пожелания и благодарность, сказал президент. А гости с севера России 11-12 января ушли домой в главную военно-морскую базу Северного флота ВМФ России в Североморске. Из Черного моря путь крейсера и большого противолодочного корабля традиционно пролегал маршрутом через пролив Босфор в Мраморное море, оттуда в Средиземное море и далее вокруг Европы. Мне удалось записать прямые трансляции прохождения ракетного крейсера маршал Устинов и БПК вице-адмирал Кулаков через пролив Босфор. Вскоре желающие смогут посмотреть эти видео. А всех поздравляю с наступившим на нас старым новым 2020 годом. Северный флот не подведет. Да, это за работу. Всего России. Мира!